Шепард, наконец-то мы встретились. Не думай, что я избегал тебя. Просто слишком много вещей требовали моего внимания. И эти трудные времена. Надеюсь, ты понимаешь. А теперь мне нужна еще одна услуга с твоей стороны. Я не могу закончить свой рапорт, пока внутри не будет все спокойно. Самой большой проблемой был комплекс «Черное место». Но, похоже, данная проблема разрешилась сама собой. Именно так. Но все еще остается неразрешенная проблема свидетелей. Правда, я удивлен стойкостью тех, кто умудрился выжить, несмотря на все неприятности. Они напоминают мне меня в молодости. Поэтому я добился того, чтобы придержать тебя на время. Но я думаю, что слуга народа вроде тебя понимает важность скрытности. Мои работодатели не заслуживают доверия, как ты. Они не могут сопротивляться искушению рассказать всем все. Поэтому мы решили передать тебя туда, где ты никому не причинишь вреда. Ну и никто не причинит вреда тебе. Я уверен, что ты можешь себе представить, что есть и худшие альтернативы.